Итак, выполнил я этот квест к вечеру на 3000 мобов. Выбил билет Закина, кстати, там ни хрена не упало с этой коробки. Печеньки. Печеньки вот я залутал. Я вот. Печеньки сундука сокровищ. Потом я с таинственного купона получил сундук. С него вроде тоже печеньки выпали. И билет в логово Закина выпал. Вот зафармили получается. Я думаю, это первый Закин на сервере был. Ну, второй может быть, да. То есть, мне кажется, либо первый, либо второй Закин ивентовый был. С него тоже печеньки выпали. То есть с ивентового Закина падает коробка и печеньки. А с этой коробки еще печеньки выпали. Короче, охеренный ивент. Просто печенек залутал. Очень круто. Сейчас далее я покажу запись байта с этим Закином. Ну, в принципе, не так сложно было. У нас где-то человек 50, наверное, собралось как раз минимум. Смотрим. Suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.
Короче, мы были печеньки одни. Запись почему-то прервалась. Но выпали там одни печеньки. И это с первого Закина на сервере.